Забезпечити підтримку Сєвєродонецькому Азоту, щоб комбінат запрацював на повну потужність. Таке пообіцяв співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час робочої поїздки до Луганської області. Він розповів, уже досягнуто домовленості щодо нового контракту на пряме постачання газу з РФ за зниженою ціною. Це підвищить конкурентну спроможність продукції азоту та прибутковість підприємства, а отже зростуть і зарплати його працівникам. Критически важно запустить Сєвєродонецький азот на полную мощность, потому что от этого зависит судьба и благосостояние и десятков тысяч людей, которые или работают, или связаны с азотом, и налоги, поддержка пенсионеров. Наша задача помочь предприятию выйти на устойчивую работу уже с работы «Аммиакол». Этим мы займемся. Мы уже решили вопрос по заключению нового контракта на газ, который будет, цена которого позволит этим удобрением конкурировать, быть прибыльными, а соответственно поднять зарплату для людей на предприятии. Она сегодня не на высоком уровне, надо поднимать ее, чтобы не уезжали люди. И обеспечить предприятие электроэнергией. Вот это задача, которую мы будем решать.